Привет, мобильные геймеры, с вами Фликер, и я чё-то даже не заметил, как нас уже стало 18 тысяч. Большое вам спасибо, мы движемся только вверх, растем, и это очень классно. Ну а теперь, как я и обещал, я покажу вам, что же это за выполненные задания такое. Вы набрали аж 300 лайков, это очень классно, спасибо всем, кто поддерживает видео на Need for Speed No Limits. Я поклонник данной серии, и пусть она не идеальна, но мне она нравится. Что ж, давайте же глянем, что это такое. Ну, из названия видео вы уже поняли, что это. И задание у нас — выиграть 2500 гонок. Это очень круто на самом деле. Многие могут сейчас написать в комментариях: ну чё ты хвалишься? Вот зачем ты это делаешь? Дорогие друзья, в первую очередь я не хвалюсь. Я делюсь с вами своими результатами, как и вы делитесь своими результатами у меня в группе ВКонтакте. И пишите мне просто, типа: Флик, у меня тут из кристалла тот-то выпал. Я, честно говоря, очень рад, что у вас появляются там какие-то четырехзвездные персонажи, что вы что-то в игре открываете, что-то покупаете за реальные деньги. Это очень классно, и вы этому радуетесь. И в первую очередь я хочу с вами поделиться действительно вот этим результатом. 2500 гонок, это прям как 500 дней в игре в Mortal Kombat X. Вот примерно то же самое. И ни в коем случае я не хочу вам сказать, что вот я хвастаюсь, смотрите, 2500 гонок. Нет, нет, дорогие друзья, просто посмотрите на данную ситуацию немного по-другому. Я делюсь с вами результатом, как вы со мной делитесь своими. Ну что ж, давайте заберем эти 150 золотых, это очень круто. И дальше, наверное, сейчас будет выиграть 5000 гонок. А, да, точно, смотрите, я угадал. Блин, 2663 у меня сейчас выиграно. Блин, это, короче, очень много, я не знаю, получится у меня или нет. Далее, смотрите, у нас есть Fastlane на Hot Wheels Gazella GT. Мне в предыдущем видео в комментариях написали, что это действительно Aston Martin Vulcan. Какой-то очень похож типа на него, но реально точило, мне понравилось еще с видео на обновление в Need for Speed No Limits, очень классное. Ну, давайте базарить долго не будем, посмотрим, что у нас здесь есть в Blackridge. А у нас тут есть все задания выполнены. Смотрите, у нас есть еще сезонные награды. Чем больше мы играем, тем больше мы получаем различных наград. И в конце нас ждет окраска Hot Wheels. Не знаю какая, может быть какая-то другая, но у меня уже есть раскраска Hot Wheels. Скорее всего, это будет другая раскраска. И помимо этого мы получим 5 золотых контейнеров, и в конце почти нас ждет 10. Конечно же, гонок нужно очень много, дорогие друзья, пройти. Штук, наверное, 100. Не знаю. Что ж, давайте прокатимся. У меня вот такая вот красивая Pagani 993 RP у нее. И сейчас мы будем против LaFerrari. Конечно, покрасочку я у нее такую необычную выбрал. Многие меня могут поругать за это. Но я вам повторюсь, мне нравятся яркие цвета. А желтый, наверное, один из любимых, наверное. Кстати, я где-то читал, что желтый цвет — это цвет для сумасшедших, а также творческих людей. Что, в принципе, практически одинаково. Что творческие люди немножко сумасшедшие, что сумасшедшие немножко творческие люди. Воу-воу-воу-воу-воу, дорогая. Ну, конечно же, что-то мы вообще отстаем, я смотрю. Ну, пожалуйста, рви, солнце мое. Почему-то у меня сейчас видео глючит. Но, возможно, мне нужно менять как-то кабель. Чё-то какие-то проблемы он у меня в последнее время вызывает. Не очень хорошие. И звук во время записи пропадает, и еще какие-то лаги возникают с самим видео. Что ж, мы минус 34 очка получили. Классно, да? Огонь просто. В дальнейшем я хочу, кстати, еще такое видео замутить, где я покажу всех боссов компании. У нас здесь, конечно же, есть компания сейчас. И, как вы видите, у меня остался последний вот этот чувак на Кёнигсеге. Но мы его сейчас не будем проходить, мы посвятим этому отдельное видео. По поводу посмотреть всех боссов, давайте наберем на этот раз 250 лайков, и я замучу видео на все боссы компании Need for Speed. Компании Need for Speed, прям как-то не очень звучало. Короче, сюжетные линии Need for Speed No Limits. Вот так сделаем. 250 лайков и мутим это видео. Что ж, давайте посмотрим, что у нас здесь есть еще. Конечно же, у меня в магазине тюнинга появились какие-то новые штучки. Нужно глянуть. Угу, на Dodge Viper. Итак, расцветочка у него открылась. А какая? Какая? Вот такая вот. Можно
можно покрасить. Нет, что-то не очень. Не очень. Ох ты! Сумасшедший, по-моему, да? Давайте применим. Прикольно. Конечно, ему больше пойдет две полосы сверху, потому что я на многих вайперах это видел. Что ж, фастлайн нас ждет. Зайдем в моносерию и глянем, что у нас здесь. Литые детали. Это мы все понятно проходили. Это нам тоже не интересно. Вот, можно вот эту, кстати, пройти. Попробовать. На нашей Тойотке. Данное видео я в основном сделал для того, чтобы с вами поделиться то, что я выиграл 2500 гонок. Кто, кстати, выиграл, тоже отпишите в комментариях. И поставьте жирный палец вверх. Я буду знать, сколько нас таких упорных игроков и любимчиков игры Need for Speed No Limits. Так, вы чё офигели? Блин, что-то я все эти собрал, все потому, что я смотрю на экран монитора, а не на саму игру. Так, вы куда угнали? Черт, блин, какая-то гонка действительно сложная. Если бы я не врезался, она была бы легче, конечно. Стоять! Куда погнали? Блин, мне определенно ее надо прокачивать. Воу-воу-воу-воу! Давай, гони, солнце ты мое! Еще быстрее надо гнать! Ты видишь, как они далеко от нас? Давай, давай, давай! Тут парочка прыжков осталось, ну! Блин, я что, второе? Офигели? Давайте еще разок. Я слишком много стенок, короче, собрал и углов на данной карте. Прокатимся еще разок. Нельзя проигрывать. Сумасшедший цвет тоже такой салатовый. Кому нравится, кстати, отпишите в комментариях. Мне, честно говоря, вот именно яркие цвета нравятся. Я даже хочу себе для айфона приобрести ярко-желтый чехол. Ну, правда, такой, знаете, в случае падения с ним ничего не произойдет. Так. В этот раз нам осталось только первого догнать. Давай, давай, Тойотушка, рви, пожалуйста. Еще чуть-чуть осталось. Блин, он угоняет. Кстати, первая тоже, по-моему, Тойота едет какая-то. Давай, давай, родная. Во, нет, блин, зачем я так сделал? Стоять! Стоять, я сказал! Давайте сплит соберем, ну... А, fucking shit, да опять вторым, что же за беспредел такой? Вроде уровень сложности у нас средний, короче, надо меньше углы собирать и четче гнать. Прям сложная реально трасса. Давайте слип-стрим будем собирать. Он тоже нам нитро прибавляет. Слышь, вы чё так гоните, а? Я определенно его должен догнать. Так, я сказал стоять. О, отлично, мы почти сравнялись. Ты куда так рвешь, говнюк? Все, отлично, отлично. Теперь нам надо сохранить скорость. Только не врезайся. Отлично, мы не врезались. О, серьезно, мы проедем эту трассу. Класс. Воу-воу-воу, тихо-тихо-тихо. Отлично. Блин, круто. Наконец-то мы с третьего раза хотя бы доехали до финиша. Зашибись. 3500 долларов мы получили. Это, конечно, очень мало, потому что... Не пропустите подробности о последнем обновлении. Читать блог? Нет, я не хочу читать. Я, в принципе, все знаю. То, что у нас новые тачки добавились и винилы, что мы ждали 2 года. Вот кто 2 года не играет, меня сейчас не поймет. Отпишите в комментариях, кто реально рубится 2 года. Конечно, кто-то не часто, кто-то забрасывал, но не удалял данную игру. Отпишите в комментариях. Мне интересно почитать вообще ваши ощущения. Схожи ли они с моими? Так, ну а у нас тут от такси Hot Wheels. Кому-то, кстати, тоже данная тачка понравилась. Мне она реально тоже понравилась. Внешне она необычная такая, прикольная, на шестерочку. Жигули похожая. Воу, не похожий на тебя, не прохожий. Ну нельзя просто так. Шестерка Жигули в Need for Speed No Limit.
Отлично, блин, она прям шикарная. Кто со мной согласен? Здоровый большой палец вверх. Отдельное видео на события вы можете посмотреть, как раз пройдя в плейлист, а мы сейчас ништячочки получим. 740 золота, еще немножко и можно открыть 10 премиум контейнеров. Это, конечно, мало, но все же это нехило. Конечно, много моносерий у меня еще не закончено, но и много закончено. Так, отлично, отправимся обратно на главную карту. Так, испытание тюнингом я все прошел. Зайдем в гараж. Покажу я вам, как у меня обстоят дела с Пагани. Вот она у нас, 993, и сейчас вы видите все детали Black Edition. Теперь остается только прокачать ее по полной программе. Вот сколько, кстати, будет стоить? 103 тысячи, не так много, но я уверен, что переработка до 8 звезд детали Black Edition будет очень дорого стоить. Что ж, дорогие друзья, на этом мы закончим данное видео. Всем спасибо за просмотр. С вами был по-прежнему Фликер. Ставьте большие пальцы вверх, подписывайтесь на мой игровой канал, делитесь видео с друзьями и не забывайте оставлять комментарии. Всем пока!